В поселке Заречный мехбригады Мамлютского района ремонтируют 9 домов. Из них 7 уже сданы. В Петропавловск рабочие прибыли в мае. За это время вывезли свыше 15 тысяч тонн мусора. Наш корреспондент с подробностями. Дом жительницы поселка Заречный Лидии Черниковой пострадал во время паводка. Мебель и вся бытовая техника пришла в негодность. Вода стояла выше фундамента. На данный момент мехбригада Мамлютского района ведет восстановительные работы дома. Благодаря высокому фундаменту дом сильно, как сказать, ну, такого затопления не было, как в остальных постройках. По дому, значит, у нас был сорван, все были убраны, лаги, пол, доски. Все это было заменено на новое совершенно. Стены у нас, штукатурка происходит, профиль, гипсокартон новый. Ну вот и сейчас готовим клеить обои, то есть обработка стен будет. Ребята молодцы, бригада у нас хорошая, у нас другая бригада была, потом ребята нам пришли делать пол, и вот они у нас остались, работают до сих пор. В поселке Заречном работают бригады из Мамлютского, Акжарского, Тимирятевского и района Макжана-Жумабаева. Всего за оперативным штабом Мамлютского района закреплены дома 122 собственников. На сегодняшний день восстановительные работы ведутся в 2 домах. Ремонт делаем в 9 домах, на сегодняшний день сдали уже 7 домов, осталось 2 дома. Планируем завершить кратчайшие сроки. Также у нас 10 собственников решили делать ремонт самостоятельно. И на сегодняшний день у нас задействовано 5 бригад, 35 человек, 13 единиц техники имеется. Работы продолжаются, завершим в ближайшие сроки. Стоит отметить, что мехбригада Мамлютского района из поселка Заречный вывезена более 15 тысяч тонн мусора. Алихан Жексабаев, Куанар Абдрахманов, служба новостей.